Приветик, мои хорошие. Начинаю новый влог. Сегодня я дома, а так теперь работаю каждый день. И нету времени поснимать для вас. Вот. Мне как-то хочется все рецепты какие-то новые показать, еще что-то. Все, знаете, запланирую, что-то хочу вот снять то. На телефоне энергии не хватает, то потом что-то нужно другое делать. Вот сегодня, кстати, надо мне постирать, я еще не постирала. Теперь сверху вниз не очень охота бегать. Ой, короче, кручуся, как это, как тут. И еще, знаете, вот вроде бы уже привык. Ну, тянется рука то не в тот шкафчик зачем-то, то лезешь, то еще зачем-то. Ой, ну, короче, какая-то я вообще чуть-чуть откроется, наверное. Вот. И сейчас что я делаю? Ой. Делаю курицу очень вкусную. Мне Леночка, спасибо большое. Такое, это, вкусную... Подружка курицу посоветовала, как делать. Вот я его по рецепту все делаю, но я туда еще и яблоко засунула. Так много яблок. Думаю, куда их девать. И курицу туда яблоко засунула. Вот. Окроп вокруг обложила окрой, перчика кинула и толченочку. Так что такой делаю ужин. Детки наши поехали, там им нужно с кем-то встретиться. Так что на ужин только будем мы, Джеймс и Богдан, настрое. Вот, так что, ну, такой у нас ужин, потому что все время Джеймс готовит теперь. Не я, я теперь занята и хочу вам показать. Смотрите, какие классные жалюзи. Раз и два. У меня таких еще не было. Так классно. Вот, надо только аккуратно. А то еще можно и это отломать. Так что, ага, вот видите, яблочки есть, они быстро пропадают. Но надо, ну, пока хорошенькие. Но все равно в Америке редко найдешь такие вот яблочки, вот знаете, с дерева. Ну, в сезон только. Потом они такие становятся, как и все в магазине. Вот, так что я сегодня по-домашнему. Вот. Все-таки, что вы думаете? Да, Джеймс купил на Хэллоуин конфеты. Вот, последний раз я рассказывала, потом дала ссылочку, как я рассказывала, что такое Хэллоуин. Так что вы уже знаете, откуда вы это берется, откуда вы этот праздник пошел и... Корни его, оказывается, видите, какой страх и ужас там, а не этот праздник. Но у меня с ним вроде бы ничего нет. А конфеты надо раздавать детям. У нас, короче, переодеваются все, детвора стучится в двери и просит конфеты. Вот. Три человека только было. Зашло, и, ну, не при мне, потому что я на Хэллоуин работала первый день. Так мы после работы поехали потом перекусить, а потом поехали в центр торговый, курточку Богдану что купили. И особо, так что мы приехали уже, вы знаете, в 9 часов, уже никто уже в 9 часов или в 8 с чем-то, уже никто уже не ходил больше к нам. Вот, так что мы... Ну, там детвора ходила в этих костюмах по торговому центру. Иногда так интересно, что они там нарядятся и в магазины приходят, им там в магазинах конфеты выдают. Да, когда-то и мы тоже так делали, когда Богдан был маленький. Но теперь мы теперь это противники Хэллоуина, и мы так больше не делаем. Хотя Богдан же хочет это отмечать все время, этот праздник. Но я говорю, Богданчик, мы его больше не отмечаем. Злиться. Так что смотрите, что у меня тут получается. Вот такая окра.
Ничего не пригорело. Совсем манюсенькая курочка, совсем маленькая. И яблочки, перчик. Думаю, будет неплохо с картошечкой пюре. Так что вот такой у нас будет ужин. Вот. Видите, моя любимая этот уже и здесь отбилась. И здесь вот недавно Джеймс побил. Ну вообще бери, хоть уже выкидывай. Ну так я ее люблю. Это у меня такая что-то лягушка. Такая вот она, сейчас покажу. Видите, это лягушечка такая моя, старенькая. Ну и как она? Форма для запекания. Очень ее люблю, но уже это как вот камень, да? Ну уже все. Так что вот наш ужин. Вот это все дни Джеймс готовил. Все 4 дня, что я отработала, Джеймс делал ужины. Ну, молодец, старался. Ну, как он умеет. Я приходила, ужин сделан, так что здорово. На работу пошла, хоть помощник есть. Кристина, ну, как сказать, она тоже занимается. Ей не до этого было, экзамены, все такое. Так что теперь у нас не дома хозяйка, а... дома хозяин. И он теперь и Богдана и в школу, и со школы забирает. Все он делает, еще и ужины готовит. Ну, теперь моя очередь. Ну, ладно, мои хорошие. Сейчас буду картошку толкти. И уже будем ужинать. Ой, думаю, расскажу. Оказывается, у моей свахи сегодня день рождения. Так что я... поздравляю мою сваху с днем рождения, Анечки. Это моего зятя, мамы сегодня день рождения. Вот. Созвонились мы. Ага, ее поздравили. Она с Молдавии. Хорошая очень женщина. Труженица. Она осталась давно вдовою. Вот вырастила 2 деток. Было родительское собрание. Угу. Ну, я не видела еще учительницу. Ну, конечно, Джеймс пришел красный вообще-то с родительского собрания. Был недовольный. Его высказали. Такая, видимо, учительница, знаете, не вот это без остановки, вот это, что будет каждый день там орать, там все писать. Ну, Джеймс пришел, получил. Хочу эту корзину с конфетами с холодильника же достать. Вот сейчас достану, покажу, сколько этих конфет. И кто же их теперь будет есть? Мы. Ой, это же специально, наверное, пошел и купил Джеймс. Даже не знаю, дорогие. Зачем их столько? Сейчас покажу. Это же зубы. И вообще, зачем это столько сахара? Вот, смотрите. Это что он купил, и я же, смотрите, свою картину ему дала, чтобы и близко никаких тут хэллоуинов не было. Вот это понравилось, там как вот в шоколаде нуга. Ну, не ореховая, а просто ванильная нуга. Разное разнообразие. Конечно, дети очень любят, чтобы они все были разные. Вот. Так что теперь сами будем доедать. И вот видите, вот такая вот баня. Или вот окра еще. Очень вкусная. Она-то как раз вот в курице и в соку получилась. И ничего не пригорело. Вовремя достала, успела. И очень вкусная. Сейчас с картошечкой, с курочкой. То, что надо будет. Так что у нас такой вкусненький ужин.